Привет, привет, мои дорогие. Ну что, рубрика по комментариям, как я обещала. Что-то записываю, то это не нравится, то не нравится. Ну ладно, хватит. Я налила себе кофейку, давайте тоже поудобнее устраивайтесь. Кому что хочется, можете налить чайку, можете кофейку. Кто даже с баночкой пивка. Ничего, все приветствуется. И начинаем. Вот у меня, значит, комментарии. Да, Лиманша. Ну, я вот так по очереди всех буду читать. Про микрофон. Наташ, такой клевый микрофон. Скажи, пожалуйста, что за фирма? Ребят, я не помню. Видео что-то у меня на этом телефоне не открывается. Телефон вообще ужасно работает. Я его покупала, знаете где? По-моему, вот этот микрофон покупала на Wildberries. Еще один у меня маленький микрофон тоже. Вообще за копейки. Я даже не знаю, не помню, какая фирма. Я же коробки-то любитель выкидывать. Но единственное, что вот этот телефон для обычного, ну, для Samsung, у меня переходник. Еще есть телефон у меня, микрофон у меня большой, огромный. Но он что-то, знаете, иногда прям записывает клево, а иногда чуть пошевельнешь, и не знаю из-за чего, и весь звук как-то портится. Поэтому я что-то боюсь рисковать с ним сейчас записывать видео. Про куртку чуть Екатерина Кузнецова, Наташа, чуть подлиннее не хотелось бы, а так бы хороший, красивый. Но тут я уже ответила, у меня же есть вот и. Но все равно черная куртка есть, я ее никуда не дену. В крайнем случае, в нее просто кофту пооддевать приходится. Ну, когда уж совсем холодно, так же есть у меня шубы. Куртки разные нужны, куртки разные важны. Ну, так я отвечу. Дальше она мне отвечает все. Все правильно, что купил, умничка, спасибо большое. Яна Наумова пишет, я тоже, ну, сейчас стаканом делаю, это про сырники. Яна крутит стаканом, прям вот, я не связываюсь с такими, я по-старому, но она муки туда, видать, не добавляет, а я муку-то туда в сырник добавляю, она только обваливает. В общем, сырники получились прям вот обалденные, правда. Там внутри прям творожок такой чувствуется, вкусно-вкусно. И она, и Яночка делает сырники сыну. Она сама редко ем. Мы вообще тоже, вот как бы, Янка тоже очень редко ест сырники. Но Яна ест йогурт. Вот Аня, допустим, наверное, как я. Нет, я еще иногда творог ем, а она-то вообще ни в какую. Вики, вот йогурт всякий, вот это вот она ест. Асечка русский, спасибо, моя дорогая, всегда меня поддерживаешь, всегда-всегда. Скоро выйдем стрим. И Алла С. А без аппетитика никак нельзя. Люблю сырники со сметанкой. Пальчики оближешь, да, Наташа? Да, со сметанкой. И если ее посолить, вообще прям. Яна, умничка, хозяюшка. Спасибо. Елена Л. Спасибо большое, Леночка. Как вкусно. Иванка, это вот комментарий, видать. А кто решил, что пирата можно, а Татьяне нельзя? Про сестру, ну, то, что сестра Татьяна вышла на YouTube. Мной очень много народу ее поддерживают, но есть, которые блогеры, к сожалению, ну, или там зрители считают, что все это сделано специально ради денег, да нет, просто, ну, не мог человек 2 года говорить, потому что человек работал. И работал в такой сфере, что, ну, что на самом деле канал вести страшно, а сейчас она открывает всю правду на нашу великую блогершу. И знаете, так соврать нельзя. Да, 100% все правильно сказали, правда никому не нравится. Не блогеры, а серпентарий какой-то. Ведут себя как змеи в банке. Да, ребята, это на самом деле так. Ужасное поведение. Ну, даже не хочется. Ирочка Шабанова. Дочка умничка, спасибо большое. Ольга Тастухова. А я насыпной пирог теперь пеку постоянно. Быстро и вкусно, да, действительно быстро и вкусно. Но надо было мне все-таки рецепт открыть. Там же идет стакан муки, стакан песка, стакан манки, да, вот как бы правильно, по тесту уж. Там яблоки, масло нужно еще, сливочное и молоко. А я взяла, вот надо было хотя бы по полстакана. Это 1,5 стакана. У меня, в общем, я. Ну ладно, бывает. Исправлюсь. Екатерина Кузнецова. Наташа, слышимость отличная. Кто пишет, что не слышно, это неправда. Чавканье прекрасное, мне нравится. Спасибо большое. Катенька. Ася русский. Моя-то. Алла С. Добрым утром, Наташа. Удачного денечка. Спасибо. Вот тут всем. Что-то у меня вот глючит этот. Ольга Летучих. Привет. Куртка красивая, маловато. Не маловато.
Не, все нормально. Я люблю такие вещи. У меня всегда мама со мной там это. Я люблю такие вещи. Она из теплой кофты, все нормально. Елена Л. Рыбный супчик из консервов. Любых часто варю. Вкусно, приятного аппетита. Да, вкусно, ведь можно и щи из рыбных консервов, это очень вкусное. Правда, больше, ну я варила как-то из кильки, да, но это было один раз, и я не знаю, ну на каждого свое. Нет, я больше из кильки, конечно, практиковать не буду. Попробовала, как и суп из кабачков. Уж если, конечно, когда-то может быть, ну мало ли что бывает в жизни, может есть нечего будет, может будем есть и это. Елена, Наташа, с добрым утром, воскресным утром, спасибо, спасибо, Леночка, за поддержку, тоже всегда-всегда мне пишет. Елена Шевякова, какая ты ненавистная, это когда нажрешься, я чувствую, тут прям добротой веет в этом комментарии, прям радостью и добром. Вот чувствуете, да, прям комментарий написан с добром. Я несу вам добро, добро, добро. Ну и да, я ответила, но мы на «ты» не переходили, во-первых, да. Так что будьте любезны на «вы», с улыбочкой почаще. Так, Мария ей отвечает, а ты уже смотрю, овна наелась. Ева пишет мне еще, когда же вы нажретесь тоже. Никогда. Все только начинается. Ну, я там ответила, я уже не буду зачитывать, что я ответила. Мария, Ева, Святым Духом питаешься. Еще тут Оксаночка. Доброе утро. Вот, Миш, бабушка твоя пишет комментарий. Валентина с любовью, да. Ну, это про статистику, там про оптимизацию, почему нам пенсионный возраст, да, подняли. Да, статистика оптимистична, а по факту очень печально. Да, конечно, все очень-очень-очень печально. Миша тоже бабушка. Наташа, вы с Яной умнички. Заниматься спортом нужно для здоровья, ну и красоты, конечно. Но это мы с Яной же собираемся. Пойдем. Может, еще только кран там вызвать. Вдруг я развалюсь. Меня Яна поведет опять на занятия. Да, Ян? Она, все молчат, боятся лишнего слова сказать. Ян, куда мы за тобой? Да, в студию растяжки. Как растянулась там? Анастасия Федорина. Наталья, скинь мне ссылку, пожалуйста, где ты заказывала лак для ногтей. Очень понравился. На Вайлдберрис, если хотите, здесь кидать не буду сейчас за рекламу. Ну, как бы я сама, да, я все покупаю, мне ничего не придет. Мне ж рекламодатели, ну, мало ли сейчас все нас сделал так, что просмотры маленькие. Но это практически у всех. И поэтому я не кидаю сейчас сюда рекламу. Хотите, найдите меня ВКонтакте, где я скину. Ну, где хотите, в соцсетях я скину. Я уже скидывала. Это мне подружка подсказала, и я тоже стала заказывать. Мне очень нравится. Еще ярко-красный закажу там попозже. И еще Анастасия Федорина. Наталья, ты говоришь, что кто-то голодный. Ну, это я когда это... Закусываешь два куска обычно. Хлеб тут, хлеб там. И говорю, кто-то голодный. Пираты опять побираются. Они вечно голодные. Ну, естественно, куда уж нам. Валентина с любовью. Наташа, у вас за муравьем находится... Ну, да, находится к вам. Там вообще же базы какие-то. Ну, не всегда дети могут отвезти из-за одной рыбы туда. Хладокомбинат. И в их магазинах, наверное, рыба дешевле. Да. Ну, туда вот просто так за одной рыбиной, ну, не пойдешь, ладно. Опять, это Мишина бабушка. Ты меня растерзала, я на диете, а тут такая роскошь. Вот, надо на диете. Снимай больше видео про диету. Захарова Е. Здравствуйте, приятного аппетита. Вчера тоже жарила блины с творогом. Или с творогом, кому как удобно. Мне удобно с творогом. Сахарова Е. Ну, Катя, ну, может, пишите свои имена вот так вот. Я же не... Здравствуйте, удачи на растяжке. Спасибо. Опять же, приятного аппетита. Очень вкусно. Инкогнито за свои 39 лет не ела говяжью печень. Даже вкус не представляю. Да не знаю, вкусненько. Ну, еще какая говяжья печень? Я говорю, ну, в Пятерочке все равно не такая. Бывает, что вот импортная печенка,
Она вот, по-моему, да, раньше у нас был Дзержинский мясокомбинат, ларьки, вот там была. На про рынок я не знаю, все равно она там вонючая. Я говорила, раньше мама поедет, там Якутске печенку покупать, вот да, там. Она у меня любит по рынке, но все равно она пахнет. Ну, что не говорите, я не хочу такую. А вот была импортная печенка, вот ее, она очень вкусная. Она вот, надо в спаре, кстати, посмотреть. Обалденно вкусная печенка, прям, она не пахнет, всегда мягкая. Ну, инкогнито 93-33. Про селедочку, Наталья, вы издеваетесь, как можно так смачно есть сейчас за хлебной следой? Я селедку, ой, я селедку, я уже хочу селедки. Лёлик-болик. Гречку не надо на ужин, это хоть сытные и углеводы полезные, но все-таки углеводы. На ужин белок и овощи. Самое простое в разных вариациях запекать куриную грудку и делать разные овощные салаты. Будете вечером сытые и без лишних КГ на боках. Гречка хороша на обед, полник, сытная и полезная, не отнимает энергию. Но я как раз ела ее... Блин, думаю, что такое? Это у меня губы шелушатся. Ела ее на... перед работой. Итак, спасибо большое, Евгения, вы такая миленькая. Спасибо, спасибо большое. Приятного аппетита мне, Евгения. Желаю. Бог 19:48. Приятного аппетита. Все легко и просто, все вкусно. Селедочка зачетная. Наслаждайся, Натуля. Спасибо, спасибо большое. Маргарита Копарова. Винегрет совсем другой, намного вкуснее со свежей картошкой. Нет, ну так понятно, что со свежей картошкой. Ну где ее сейчас взять? Ася пишет. Селедочка, ой, да, вкусная была. На самом деле такая селедка, но это я вот в Чижике покупала. Надо будет еще зайти купить. Вот Евгений С. Картиночку, блинчики шлет. Вкусные, ой, красивые, красивые. Леночка Шерев, привет, привет, спасибо. Татьяна. Эх, Наташа, Наташа, какая же ты, вы дразнюшка. Вот теперь тоже селедочку хочу, а я уже хочу. А у нас все уже поздно. А у нас уже поздно. Так что только завтра пойду за ней. Вау, вкусно, да. Вкусная была. А я... А, про печеночку говяжью тут готовила. Галина Ковылина. Она только и делает, что жрет. Про кого пишет, вообще неизвестно. Жрет. Кушать она не умеет. Нет, не умею. Кушают дети. А я жру. Я уже рассказывала. Ну, все, все такие там культурные, да, вот эти идеальные. Я, наверное, только буквально там вот немножко, когда пришла в эту поликлинику, вот где сейчас работаю, я прям немножко поработала, а еще и не говорила, что у меня свой канал, это что-то, ну, такое. И такая иду, слышу в поликлинике, девчонкам захожу в регистратуру. И она говорит, я так хочу жрать. И я поняла, что я не одна. Тоже так люблю есть. Про селедочку от семейный психолог мне пишет. Елена, Наташа, селедочка, да с картошечкой побольше. Ничего вкусно. Вкусненько, да. Галина Мамченко тоже 2 дня подряд пекла блины. Замешиваю теперь на 6 блинчиков где-то, чтобы на пару поесть. Да, прям вот одно яйцо буквально, 4 ложки, ну вот так вот, 3-4 ложки муки. И сделал, съел, и все. А то бывает, что намешаешь, они все равно потом невкусные. Оксаночка пишет, опять тоже про селедку. Добрый вечер, самая простая, простая и вкусная еда. Приятного аппетита. Это я говорю, что надо, вот, ну, видео, где я говорю, надо сначала проживать, потом говорит. Снежана Пичхадзе. Ребят, вот без очков как бы это. Кто вам написал этот бред, что нужно проживать, а потом говорить, пока вы проживете, время закончится. А у меня и не получается так делать. Во-первых. Во-вторых, у вас ничего не вылетает изо рта. Вы всегда понятно говорите, очень аппетитно. Я хочу посмотреть, как бы они записывали мукбанг. И как они молча прожевывают. Ничего все не меняете. В этом ваша изюминка. Спасибо, спасибо большое. Мне очень приятно.
Юля, у меня два блина, сын так ест, а дочка... у меня два дня блины. Сын так ест, а дочка с соленым лососем. Жарит крылья. Да, очень вкусно. И селедкой очень вкусно. Блин, вообще прям обалденно селедкой. Псковская жизнь. Ну вот про великих попрошаек. Об этих блогерах узнала только из рассказов других блогеров. Зашла ради интереса на канал и не стала больше смотреть. Неприятные личности. Больше. Ну вот я говорю, как мне говорят, вот вы их пиарите. Ну, может, нажрутся быстрее. И с другой стороны, вот пример. А что скрывать? Да их уже давно-давно все знают уже. Они хотели стать знаменитыми. Они стали знаменитыми попрошайками. И не только попрошайками. Оксана, удачно на занятии. Ну, это все про студию растяжки. Юля, шоколад. Что-то удалила. Кстати, вот Юля Шоколад, у них канал там, если где-то вы увидите, там они брали у меня котенка. У них канал, можете зайти. Куртка Снежана Печхадзе. Куртка очень идет, капюшон с мехом. Да, там натуральный мех, красивый. Я когда вот эту черную куртку покупала, ну там мех, естественно, был искусственный, но я его сразу сняла, там такой мех был вообще. Без слез не взглянешь. Так что вот, печенка с луком, Наташа, тут я уже отвечала. И про, значит, видео Наташи. Привет, я 5-й год на инвалидности была, 23 января. На комиссии сняли, подала на пересвидетельство. И потом опять, ну вот я же говорила, что да, все, ой, там вообще что творится, не поймешь. Наталья К. Здравствуйте, Наталья. Вот люблю котов у кошек и девок, у собак. Но в однотонную прям влюбилась. Странно, что она осталась. Я ее пока не выставляла, ребят. Пока дома пусть будет. Вон и так она. Иван Иванов. Наташа, добрый день. Вы как пчелка. Дома все успела. Еще на работу. Блинчики вкуснятина. Приятного аппетита. Спасибо, спасибо большое, Наташа. Ну вот последний, наверное, да? Ой, даже вот читать, не знаю даже. Да, да, именно так все это. Ой, ну давайте зачитаем. У нас не только... Ольга Дудник пишет. У нас не только что смертность снизилась, еще рождаемость повышена. Эти данные, видимо, не только преувеличенные, но чтобы люди, живущие в разных регионах, думали, как хорошо. На самом деле смертность высокая, а рождаемость повышена за счет лиц иностранных, ну, ближнего зарубежья. Да, да, я не буду читать дальше этот комментарий. Кому интересно, прочитают. Ну... Вика Л, зачем вам нужен микрофон, если ваша чавка не отлично слышно? Понять из вашей несвязной речи сложно понять... Так, понять... Из вашей несложной речи сложно понять, о чем надо... вы ведете диалог. Одно четкое, жуткое чавканье и хлебалово. Вы пересматриваете свои ролики перед тем, как выставлять. Само это нравится? Или это ваша обычная манера? Понять сложно понять, очень сложно понять. Запятые надо маленечко ставить, уметь. Марина, Федор, ну там девчонки и ответили, спасибо за поддержку. Я даже не хочу отвечать. Ну идут же смотреть. Ой. Марина Федосеева, там этот, можно почитать тоже комментарии, я не буду. Там дом все родной ищут, но не туда обратились. Марина Федосеева, очень вкусно, я просто люблю блины. Людмила Ручина. Водички пить простой, а не семечки. Ну, это я говорю, что когда семечки я купила вот как-то. Но если хочется семечек, можно и погрызть семечки. Я их купила 100 грамм. Все, я больше их не хочу. Поэтому каждому свое. Да, можно и водички простой. Попейте водички. Блины со сметаной. Вкусно. Жизнь Сибири. Всем доброго времени суток. А я люблю блины. С маслом и сахаром, как мама пекла. Когда остынут, поджарить вкуснятенько. Светлана Никулина. Да, да.
Так, если хочется, то надо брать пылесос. Это просто необходимость. Спасибо, спасибо большое. Я так и сделала. Еще доску для глажки, но маленько попозже. Надежда, хочу блинов, надо стряпать. В общем, вот Ася еще мне пишет. Наташа, линзы солнцезащитные с поляризацией. Плюс твои диоптрии. А есть надо вот прям скриншотить. А есть фотохромные линзы, более универсальные. Спасибо большое. Но я это куплю маленько попозже, прям к югу. Наташа, привет. Я теперь тоже блинов хочу. Давайте, наверное, последний комментарий. Может, я его уже читала. Все, это разряжается телефон. Надо сейчас. Про пиратов. Мало подают. А ведь знать не знаете. Зачем считать чужое? Это вам многие про зависть пишут. Это очень заметно. И как вы нервничаете при этом. Ну, Иришка Петрова мне написала. Естественно, я даже не скрываю, что я завидую. О чем речь-то? Да, завидую. И не скрываю. Очень-очень сильно завидую. Девчонки тут пишут. Иришка Петрова про зависть пишут всегда и все. Только мне совсем непонятно, чему завидовать у пиратов. На мой взгляд, и не только на мой, совершенно ограниченные люди. Причем во всем. Миша Басин, вот этот крыса молодящая, вякаешь про зависть. Тебе люди 100 раз сказали, что завидовать бабе, которой 38 лет, а выглядит на 20 старше. Впрочем, как и ты, у которой нет мужа, как и у тебя, есть недомужик-сожитель Альфонс. Нет фигуры, а только жирная требуха, судя по фотке, которая однажды ты настоящую показала. У тебя такая же проблема. Нет детей, нет здоровья, нет будущего. Это только такая, как ты, дебилка завидует. Знаешь, что ты трешься у пиратки. У тебя также нет нормальной семьи. А у Наташи, у Тани есть, вот им и завидуешь ты. Так тому и быть, завидуй до черноты, хотя ты и так черная. В общем, вот такие комментарии пока читала, и память закончилась, и телефон разряжается. Так что спасибо большое еще раз за поддержку. Скоро, сейчас немножечко телефон подзарядится и выйду в прямой эфир. Купила для этого рыбку, ну хотя, наверное, если это видео выйдет, уже буду я в прямом эфире. Так что я вас всех обняла. Спасибо еще раз. Чмоки-чмоки, ваша Наташа. Пока-пока.